Привет, ребята, спасибо, что вы подписались на мой канал, что вы смотрите это видео. Кататься на лыжах. Все, мы взяли лыжи и сейчас поехали кататься, да? Да. Вот я переоделся, ребята, и готов идти кататься уже. Нам далеко идти, нам еще надо на автобусе доехать до этого места, где мы будем кататься, и билеты надо еще купить. Ну, короче, много чего надо сделать, но, ребята, вот мы поехали. Вот такие автобусы. Так, мы поехали на нем. Ребята, мы сейчас поедем уже. Вот я лыжи переодел. Я совсем забыл, как кататься на лыжах. А я в прошлом году только на сноуборде катался. Но, ну, вспомню, конечно. Вот, ребята, я поехал кататься. Ну что там осталось до Нового года? 45 секунд. Ну уже 42. 40 секунд до Нового года. В Калифорнию приходит Новый год. Что? Что у тебя было самое крутое в 2016 году? И все это такое. 5, 4. Я хотел сказать, но решил. 3, 2, 1. С Нового года! Тебе не холодно? А подожди, а что окно открыто? Я окно точно не открывал. Ну а подожди, а это что? Вот еще один пакет, смотри, Рой. У меня есть машинка? А, вот это Ford GT 2017. Да? Да, это который мы начали. Посмотри, что тут. Ничего себе. Окей, The Adventures of Tom Sawyer. Не, еще одна. А это машина, но я не... Вау, я такой еще никогда не видел. Крутая. Что? Что это? Summer Battlefront, The Ultimate Edition. Все, я всю ночь буду в это играть. Это Звездные войны, это третья игра, которую я хотел. Да? Ага. Ого. А что там еще такое лежит у тебя? Коробка такая целая. Да, музыка. Дед Мороз же? Ну да. Мне Форд больше нравится. Да, Форд красивый. Но, блин, но слишком сильно напоминает этот А8 BMW. Да. Сегодня первый день Нового года, и мы с мамой и с папой едем кататься на лыжах и на сноуборде. Я до Нового года я катался с Олегом, но только был на лыжах, а сейчас я буду кататься на сноуборде. Смотрите, как это было. Ребята, мы наконец-то доехали до Big Bear, одели цепи. И сейчас будем кататься, надеюсь.
горы видели я здесь хайком летом. Ну, где я сегодня катался. Я устал сегодня, мы с папой катались, прыгали, очень круто было. Ребята, вы, наверное, думаете, что кататься это уже не круто, okay, потому что вы постоянно это делаете. А у меня один раз в год, и просто мне очень нравится. Вот так мы покатались, ребята, надеюсь, что вам понравилось. И сейчас я поеду домой, а мои каникулы заканчиваются, к сожалению, завтра. Но я по-любому буду выпускать видео и буду продолжать играть в хоккей. Все, пока.